раньше, если вы общались с человеком, который находится далеко от вас, это называли колдовством. А сейчас это называют телемост. И при помощи телемоста мы сейчас поговорим с Маратом Башаровым, который находится на танцполе. Привет еще раз. Знаешь, Настя, если в наше время человек разговаривает с кем-то, кого нет в комнате, это не обязательно называется телемост. Возможно, это банальное психическое расстройство. Поэтому хватит общаться с людьми, которых нет рядом. Давайте лучше посмотрим следующий номер. Встречайте, Татьяна Навка, Алексей Воробьев. У-ху!